Что ты делаешь? Ты был прав, когда говорил, что я позер. Я не эмо. Я устал быть маленькой ноющей девочкой все время. Я избавился от всего эмо барахла, и я счастлив. И если тебе это не нравится, то мне пофигу. То есть ты хочешь сказать? Да. Слава богу! Наконец-то я могу снять всю эту нелепую фигню. Что? Эмма, папа. Слушай, мы с твоей мамой на самом деле не расставались. Мы устали от того, что ты ведешь себя как маленький говнюк, поэтому у нас появился план, она притворилась, как будто уходит от меня, я притворился, что я эмо, и в итоге ты увидел, насколько ты был жалок, и бросил это. Вау! План сработал! В самом деле! Как ты мог меня втянуть в это? Это для твоего же блага, ладно тебе? Погоди, ты же потерял работу! Да не волнуйся, я взял отпуск. А когда ты отрезал мизинец, доказывая, что ты эмо, это тоже вранье? Нет, я его действительно отрезал. Выглядит не очень, да и вряд ли я когда-то смогу прямо ходить. Но это сработало. Вау, вам с мамой правда не наплевать. И я счастлив теперь. Так что, спасибо, пап. Дорогая, отличные новости. Крис больше не эмо. План сработал идеально. Теперь мы можем снова быть вместе. А кто это? Дэвид, у меня плохие новости. Пока мы разлучались, я встретила кое-кого. Это Рик. Как делище? О, не-не-не-не-не. Я знаю, что мы договаривались, что ты приведешь нового парня, чтобы все выглядело правдоподобно, но... План сработал, так что мы в порядке. Прости, что зря побеспокоили тебя, чувак. Это не часть плана, это то, что случилось. Прости. О, моя жена — комедиант. Вот почему я женился на тебе. Как сказать что-нибудь, честное слово? Это не шутка. Я хочу развод. Ты, наверное, Крис, верно? Да. Эй, у меня есть лишний билет на сегодняшнюю игру Лейкерс. Хочешь пойти? О, зашибись! Погоди. Пап, ты в порядке, да? Конечно. Идите развлекайтесь. Я в порядке. Я в порядке.